Долгожданная новость для всех мам микрорайона Кукисфумчор. В местной поликлинике приступил к работе новый педиатр. Ольга Гудкова родом из Донецкой области. Когда началась война, переехала на север. Новым местом жительства и работы довольна. На север Ольга Гудкова приехала с мужем и двумя детьми. Заселились в служебное жилье, которое предоставила больница. Старшего ребенка уже устроили в детский сад. Первый рабочий день на новом месте прошел удачно. День как день, вызова как вызова, сама ознакомилась, пришла, посмотрела, ну, здание как здание, такие здания я видела, как бы в таких зданиях работала, ничего я не испугалась, ничего нового я не увидела, вот, ну, как бы вот просто привыкаю к этой работе, какие тут законы, какие там постановления, все это как бы, ну, все это с опытом. Обязанностей у нового врача очень много. Прием в поликлинике, работа на выезде, а также в садиках и школе микрорайона Кукисфумчор. Сейчас готовимся мы к волне респираторок. Морозы снизились уже, вот, снова пойдут респираторки. Готовимся к гриппу, вот, делаем профилактику гриппа, чтобы детки меньше болели, чтобы грипп прошел мимо нас. На новом месте врача неприятно удивило количество курящих мам, что в свою очередь сказывается и на здоровье детей. Медик призывает женщин более ответственно относиться к своему здоровью. А со своей стороны Ольга постарается сделать все возможное для сохранения здоровья деток микрорайона.